Другим новостям. В Караганде построят центр тяжелой атлетики. С такой инициативой выступил недавний гость шахтерской столицы, олимпийский чемпион Илья Ильин. Спортсмен считает проблемой отсутствие современно оборудованных залов для занятия этим видом спорта. Призвать развивать инфраструктуру с этой миссией в карагандинский регион и приехал национальный герой. Поддержку в строительстве спортобъекта Ильин попросил у акима города Мейрама Смагулова. О чемпионском визите и не только, расскажут наши корреспонденты. Встреча градоначальника и именитого спортсмена состоялась накануне. Илья Ильин поблагодарил главу Караганды за теплый прием. Тяжелая атлетика в Караганде будет активно развиваться, надеется спортсмен, и попросил поддержать проект строительства центра тяжелой атлетики. Даже имя ему придумал. Спортивный комплекс будет носить имя первого президента. Аким заверил, идея непременно будет поддержана. Кроме того, есть возможность создания тренировочных залов по данному виду спорта, физкультурно-оздоровительных комплексов, строительство которых начнется в Караганде уже в этом году. У нас история хорошей тяжелой атлетики, у нас есть свои герои, на которых можно равняться уже. Здесь просто очень важно строить такой центр, который будут, куда будут приходить наши казахские, казахстанские дети. Тяжелая атлетика – спорт перспективный в нашем регионе. Здесь подрастает поколение спортсменов, входящих в состав национальной сборной Казахстана. К слову, проект поддержат местные бизнесмены. Тяжелую атлетику нужно развивать, вывести на высокий уровень. Центр по тяжелой атлетике должен быть и в Караганде. Думаю, уже в ближайшее время начнем его строительство. В рамках визита в шахтерский регион Илья Ильин встретился и с молодежью. В Карагандинском экономическом университете знаменитого спортсмена приветствовали бурными аплодисментами. Золотоносец едва успевал отвечать на вопросы карагандинских поклонниц. Как воспитать в молодежи такой патриотизм? Как можно направить их к любви к стране, чтобы они уже со студенческой стороны понимали, что будущее за ними? Патриотизм – это любовь к своей родине. Правильный подход к человеку, индивидуальный подход. В Караганде Илья Ильин встретился с тренерами спортивных школ и спортивной общественностью. Кроме того, чемпион побывал и на спортивных объектах – Ледовом дворце, теннисном центре, центре бокса имени Сапиева, а также спортивном комплексе «Бушидо».